Уважаемый Владимир Владимирович, на полюсе холода, в сложных климатических условиях, в рекордно короткие сроки был построен горнообогатительный комбинат «Тарынский ГОК». Суммарные инвестиции составили более 11 миллиардов рублей. Коллектив нашего предприятия успешно справился с этой задачей. Это уже шестой горнообогатительный комбинат, построенный на востоке нашей страны с нуля начиная. Данное предприятие имеет мощность 700 тысяч тонн руды в год с объемом производства золота до 3 тонн. Создано более 450 рабочих мест. Суммарные налоговые выплаты будут составлять более 500 миллионов рублей в год. Владимир Владимирович, разрешите поблагодарить вас за постоянное внимание к проблемам Севера, поблагодарить правительство Российской Федерации, Министерство природных ресурсов, Минвосток развития, руководство Республики Саха-Якутия, а также лично Юрия Петровича Трутнева, потому что он, как наш отец родной, поддерживает все начинания и наши проекты. И, пользуясь случаем, Владимир Владимирович, разрешите от имени коллектива пригласить вас посетить полюс холода, так как мы еще знаем, вы у нас не были. Спасибо большое. Спасибо. Это... Разрешите предоставить слово руководителю Тарынского ГОКа Тулупцову Александру Николаевичу. Это на каком месторождении? Это Тарын Усть-Нера и Тамтор. Вот когда по Ленд-Лизу поставляли нам военную технику с Америки, то первая посадка за полюсом была в Тамторе. Вот у нас 60 километров от Тамтора. Понятно. Пожалуйста. Аймиконовский район. Понятно. Пожалуйста, коллеги, прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня нам посчастливилось доложить вам о готовности ввода в промышленную эксплуатацию Тарынского ГОКа. Мы находимся на площадке золотоизвлекательной фабрики ГОКа. Месторождение Дражное расположено на полюсе холода России в Аймиконском улусе Республики Саха-Якутия. Уважаемый Владимир Владимирович, Тарынский ГОК готов к запуску. Спасибо. Я вас поздравляю. Желаю вам успеха. Всего хорошего. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.